Плакали, почему? Ну, наверное, потому что я не до конца довольна своим выступлением. Вы сейчас вторая на чемпионате России, впереди только одна участница, и вы все равно недовольны? Ну, для меня место, конечно, играет роль, но в основном я ставлю задачу перед собой чисто катать и каждый раз делать лучше. Что не получилось сегодня, чтобы не плакать после этого? Ну, во-первых, я сорвала аксель, и, ну, в целом прокат был такой очень напряженный. То есть я не отпустила себя.